Задание номер 4 из основного государственного экзамена по математике для 9 класса. Решите уравнение дробь в числителе 3 умножить на разность x минус 3 плюс 2x минус 1 в знаменателе x минус 2. И все это равно 4x плюс 1. В числителе приведем, раскроем скобки, приведем подобные слагаемые, постараемся упростить данное выражение. Раскрываем скобки. Тогда у нас получается 3х минус 3жды 3, 9, плюс 2х минус 1. Знаменатель пока перепишем. Х минус 2. И все это равно 4х плюс 1. Приводим подобные слагаемые. 3х плюс 2х, 5х. Минус 9 до минус 1, минус 10. Разделить на х минус 2. И все это равно 4х плюс 1. Далее. Вынесем за скобки число 5. То есть разложим на множители числитель, для того, чтобы сократить. Было проще. 5 выносим за скобки. В скобках получается х минус 2. Разделить на х минус 2. И все это равно 4х плюс 1. Теперь можно сократить на х минус 2. Но при этом нужно потребовать, чтобы x минус 2 было не равно нулю. Почему? Потому что если x минус 2 равно нулю, то сокращать мы на 0 не имеем права. Итак, во-первых, x не равно, запишем сразу, то есть x минус 2 не равно нулю, отсюда x не равен 2. То есть знаменатель не равен нулю, отсюда следует, что x не равно 2. X не равен 2. И теперь можно сократить. Сокращаем на x минус 2. У нас получается в левой части 5, в правой части 4х плюс 1. Перепишем задом наперед. То есть получается 4х плюс 1, я сразу записал правую часть слева, равно, а левая часть будет равна 5 после сокращения. Равно 5. Далее 4х решаем. 4х оставляем в левой части, единицу переносим с противоположным знаком в правую часть. Тогда у нас получается 4х равно 4. Откуда х равен 4 разделить на 4. То есть х равен 1. Х равно 1 удовлетворяет условию х не равное 2. А значит является корнем данного уравнения. Таким образом в ответ мы запишем число 1. То есть ответ. Число 1 является корнем уравнения. Задача решена.